Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома» и сегодня мы приготовим картошку-гармошку под сметанно-сырным соусом. Вот продукты, которые нам понадобятся. И начинаем. Картошку с помощью бамбуковых шпажек нарезаем вот таким вот способом, не дорезая до края, вот, чтобы получилась такая гармошка. Так мы нарезаем всю картошку. Дальше смазываем форму растительным маслом. И в оставшееся масло мы всыпаем чайную ложку приправы для картофеля, немножко соли, перца. И теперь этой смесью будем смазывать всю картошку. Тщательно промазываем каждый срез. И начиняем нашу картошку вот таким вот способом. Итак, вторую, третью и сколько вы себе наготовили. У нас будет 6 штучек. Пока духовка разогревается, начнем готовить соус. В яйцо добавляем 3 столовых ложки сметаны, у меня домашняя. Любимых приправ, я люблю хмели сунели, вот, очень прям. И сыр. Все хорошо перемешиваем, вот так, до однородного состояния. Вот такая картошечка красивая. Накрываем и на полчаса в духовку. Продолжаем готовить соус. Немножко солим, перчим, добавляем зелень. И чтобы он не был таким густым, мы вливаем молоко. Хорошо все перемешиваем. И вот картошка уже наша почти готова. Обильно выкладываем наш соус сверху на картофель. Полностью весь. И отправляем опять на полчаса, либо на 40 минут, смотрите уже по своей духовке, дальше запекаться. И вот наша картошка уже готова. Выкладываем ее на тарелку. Посыпаем зеленью и приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк.